Всем добрый, прекрасный день. Мы вас приветствуем на нашем канале, в моем домашнем питомнике Elite Pets, город Евпатория. И я его владелец Наталья. Что, дорогие друзья, снова хочу вам показать моих прекрасных мальчишек. Это мальчишечки. Два брата, два близнеца, двое из ларца одинаковые с лица. Два мальчика размера мини, до 2 кг. Мы их уже взвешивали. Ну, я не думаю, что они набрали, но кого интересует, я могу, конечно, взвесить. Ну, мальчишечки маленькие, аккуратненькие, были до 2 кг. Вот такие вот красотулечки, уже с длинной-длинной шерсточкой. Вот такие два красавца, посмотрите, они даже вдвоем одновременно гармонично поворачивают голову. А что хочу рассказать о них? Я уже много рассказывала. Солнышко, что такое? Есть много видео на моем канале о них, но так, мои помощнички тут мне помогают, да, ходят, поворачивают, но хочу еще раз показать и рассказать о них. Два мальчика предлагаются только в одну семью, потому что они два близнеца, не только по мордашкам, кстати, забыла вас познакомить, это Атос, это Арамис. Два прекрасных мальчика, два родных брата, которые отправятся только в одну семью, потому что есть между ними связь. Есть связь, это я давно об этом говорила и замечала за ними. Они всегда рядом, они держатся вместе, рядом спят, рядом кушают, вместе бегают, играются. И с возрастом это все не прошло, а только укрепилось и усилилось. Как у человеческих детей-близнецов, один активный, другой пассивный. Так и здесь происходит тоже. Очень интересно за ними наблюдать. Это просто потрясающе, я вам передать не могу. Такого еще у меня не было, но это вот с самого-самого маленького возраста они вот так вот себя вели. Рядышком спали, потом вместе кушали. Теперь они так же само бегают, играются, но держатся друг друга и рядышком. Поэтому принято мной решение, что эти мальчики должны поехать в одну семью. Мальчики очень маленькие, до 2 кг, поэтому не составит особо труда содержать их, питание. Да и вот, взял под мышечки два красавца, два просто безумно красивых мальчика. Посмотрите на эти мордашечки. Надоело, да, мама, надоело уже рассказывать. И пошел в магазин на прогулку, куда хотите. Вот такие два мальчишки будут радовать вас, очень-очень радовать. Мальчишки активные, шустрые, быстрые, поэтому если вы люди активные, любите гулять, ну, заниматься ими нужно, я думаю, будет нужно, потому что, ну, такие они, шустрячки, быстрячки, вот такие вот они красавчики. Поэтому, если вы активная семья, возможно, у вас частный дом, это вообще было бы потрясающе, то есть они бы приехали в свою среду. Ну, очень бы не хотелось мне, чтобы они сидели в квартире и дожидались, пока их там выпустят на улицу. Мы дети вольные, мы очень любим бегать, играться, наслаждаться вот этой беготней, жизнью, свободой, свежим воздухом, поэтому хотелось бы также, чтобы мальчики были, ну, полноценно жили, конечно же. Вот такие вот красотульки, мальчик Атос и Арамис, отправляются только в одну семью, только, не разделяя их, ну, потому что тот, кто приобретет их, тот, поживя с ними совсем немножко, он поймет, о чем я говорю, потому что это вот два братика, два красавчика. Они вот одинаковые, просто два близнеца, одинаковые с лица, как я говорю, да, из одного ларца. Да, мальчишки вот такие. Очень интересно за ними наблюдать. Ну вот они. Вот я даже отойду чуть-чуть дальше. Два маленьких таких счастья, два комочка. Активные, шустрые, быстрые. Мальчики имеют документы клеймо, привиты, приученность по процедурам, расчесыванию, заплетанию, всему приучены. Все мои дети приучены всем этим процедурам, дабы, чтобы потом вам, дорогие владельцы, было полегче с ними справляться.
Если, конечно, новый владелец пожелает сделать стрижечку мальчишкам, ну, это уже право ваше. Тогда вообще не будет никаких проблем с уходом и, ну, вот с этой красотой. Мальчики могут отправиться в любую точку мира, стоит только захотеть, и вот это два счастья может уже приехать к вам. Вот прям завтра. Выезжаем и приезжаем к вам. Мальчишки просто чудесные. Взять два Йорка – это чудесно, прекрасно. Что хорошо? Мальчики не скучают, либо девочки. Ну, вообще имеется в виду две собачки. Пока вы отсутствуете дома. Порой бывает так, что берут вторую собачку к себе. Меняется поведение первой. Она становится более активной, то есть ей уже повеселее. С питанием тоже бывают проблемы, плохо кушают маленькие собачки. С питанием поправляется все. Ну и вообще, когда живет двое, это прекрасно. Когда один, ну, грустно, скучно, как человеку, так и животным. Поэтому два Йорка – это мало. Можно и три, и четыре. Это уже по желанию. Есть у нас дружественный питомник, из которого уехали 4 собачки другой породы. Далеко уехали, и маленькая порода, и живут прекрасно. А в общем, в той семье 8 таких одинаковых собачек. Все только для души, для любви. Там никто не разводит, там одни девочки. Ну, очень интересно наблюдать, я тоже смотрю. Они присылают приветики. Вот поэтому, ну вот так, люди для души взяли себе и радуются. Поэтому наши мальчики тоже для души, для любви, вот такие красотульки, маленькие, аккуратненькие, которые раз, вдвоем, да, мои золотые. Это интереснейшая пара мальчишек для любви, для души, просто я вам передать не могу. Очень интересно за ними наблюдать. Вот красотульчик, да, который чуть-чуть пошустрее. Все бегают, играются вокруг меня, и ему уже тоже надо, и он вот рвется, да, давай, да, гонять, гулять. Все, буду заканчивать, потому что мальчишки, да, вот такие активные, им хочется побегать, поиграться, а мама тут болтает. Кого мальчики заинтересовали, пожалуйста, вайбер, ватсап, телеграм, телефончик под видео. Все вопросики каждый раз прошу, пожалуйста, задавайте мне сразу же в личные сообщения, вайбер, ватсап, телеграм. Наберите по телефону, я всегда, ну, по возможности смогу ответить. Под видео, ну, не отвечаю я по стоимости, по доставочке, ведь нужно же все обсудить, все рассказать вам, понять, где вы, что вы, как вы живете, и лишь потом только принимать решение. Поэтому все эти вопросы я обсуждаю только в личных сообщениях. Сделайте, пожалуйста, милость и обратитесь ко мне туда. Если действительно ваше решение ответственное, решили, со всеми обговорили и вы готовы. Вот такие два красавца, посмотрите, красавца, готовы переехать в новую семью. Мальчики такие уже и будут. Мальчики уже подрощены, все это... Ой, нас чуть-чуть выключили. Мальчики просто замечательные, да, они уже не хотят сидеть, мама болтает и болтает. Вот, посмотрите, два счастья, красота. Кому красоту, кому счастье, обращайтесь и будете счастливы. Наслаждайтесь жизнью сегодня. Вот такие зайки. Зайки мои красотульчики. Атосик и Арамисик. Да, готовы переехать. Вот такой классный. Доставка в любую точку мира. Вот такие зайки. Ну, все будем обсуждать. Все будем обговаривать. Красотульки. Кому счастье в дом? Скорей!